на холде стал. Типа минус на минус дает плюс. И закаляюсь. А декабрь на дворе тебя не смущает? Нет. А ты не морщись? Я не морщусь. А я не тебе, я ему. Все сказала? Вопрос есть еще? Нет. Так, значит, я сейчас холодный душ приму, и будет бомба. О, пацана понесло. Ал, еще льда мне принеси! Короче, я в магаз. На улице минус 5 и снег. Еще я закален. Че ты там закаляешь? Твою мать, че так холодно? Дима, ты че кукухой поехал мороженые пельмени есть? Чаек, малиновое варенье, мед, молочко. 3, 2, 1. Главное, чтобы писюн не застудило. Ой, сынуля, привет. Привет, мам. Я такая голодная, сейчас умру. Ты картошечку почистил? Да. Отлично. Это что? Картошка. То есть ты называешь это картошкой? Ну да. Это кристаллы какие-то. Почистил, как получилось. Ты ногами, что ли, чистил? Нет, чистилкой специальной. Почему я покупала картошку вот такой, а она у тебя вот такая оказалась? Ну, она сама как-то уменьшилась. Сама, да? Кажется, я поняла, где остальная часть картошки. Вот она. Мам, зато я морковку почистил. Это еще что за дротик? Как ты из этого сделал вот это? Ну вот увлекся процессом, чистил, чистил, перечистил. Сейчас покушаем. Мама, почему так мало? Это ты так картошку почистил? Сейчас еще папа приедет. Наедимся. Коллекции! Не подаришь мне нормальный подарок на Новый год? Я тебе сделаю. Рут-переворот. Родители, мне абсолютно от вас ничего не нужно. Обычного накрытого стола будет достаточно, да? Наше солнышко, мы как раз так и хотели сделать. Нет, вы, конечно, можете подарить мне какой-нибудь хороший дорогой подарок. Бабуля, а ты мне подаришь 11 Pro Max iPhone? Конечно, внучек, сколько он стоит? Да 95 тысяч. Хорошо, сейчас вещи соберу. Зачем ты будешь собирать себе вещи? А я не себе, я тебе. О боже, что это? Мне на Новый год? Спасибо, так приятно. Вау, какие прекрасные наручные часы. Очень достойный подарок на Новый год. Здорово, прекрасно, замечательно. Самые лучшие подарки. Не хотите ли сгореть в аду? Хорошие, дорогие трусы. Гуччи, например. А? Ой, блин, что-то носки грязные. Ладно, пофиг, никто не заметит. Фу, это носки грязные. Да ладно, ой, блин, странно. Только сегодня новую надела, блин. Да, кто? Здравствуйте, с 315-й, откройте, пожалуйста. Заходите. Диман, у тебя есть дома Wi-Fi? Mm-mm. Подключись к соседскому, у него нет пароля. О, ништяк. Алло. Здравствуйте, это компания Башмак Телеком. Вы сейчас можете говорить? Да, могу. Мы предоставляем новые услуги, которые подключить вы сможете прямо сейчас. Угу. И по удобной скидке вы сможете, знаете, подключить. Ой, подержите, подержите, пожалуйста. Спасибо. Что подержать? Вы к кому, молодой человек? К себе я, дай пройду. Куда к себе? Я здесь живу, дай где пройду. Где ты здесь живешь? Я здесь живу. Вы из какой квартиры? Я тебя здесь не видела никогда. Наркоманы здесь! Я тебя сейчас спущу в подъезд, а ты педофил. Какой... Ты меня изнасиловать хочешь? Какой насильник? Дай пройду. Помогите! Отойди, куда найти? Куда? О, не трогай меня! Я тут охраняю все. Да, я про это лет. Иди отсюда, бомж. Отойди. Я тебя тоже здесь, может, не видел. Может... Меня ты здесь сумасшедшая. Все знают. Я Нелли Александровна, меня здесь все знают. Пошел отсюда быстро. Я зайду. Помоги. Все, уйди отсюда. Я зайду домой. Пошел вам. Я хочу домой. Пошел, покажи ключ, покажи. Вот ключ. Вот и сиди здесь на улице, придурок. Слышь, отдай ключ. Блять, сумасшедшая. Помоги.
Yeah.